Пожар в школьном общежитии в южноамериканской стране Гайане стал причиной гибели не менее 19 детей. Еще более 15 получили ожоги разной степени тяжести. Среди жертв в основном девочки из общин коренных народов. Также погиб один маленький мальчик. Около 13 тел обгорели так сильно, что для их идентификации потребуется ДНК-экспертиза. Сейчас в больнице 17 пациентов, 11 в стабильном состоянии, 5 в критическом. Пожар вспыхнул в 10:50 вечера в общежитии средней школы, где учились дети из аборигенных деревень. Она находится в приграничном шахтерском городе Махдия, где добывают золото и алмазы. Президент Гайаны провел минуту молчания. Сегодня очень печальный день в истории нашей страны. Это ужасный день, день, какого быть не должно. Я прошу всех, кто сейчас на нас смотрит из любой точки, встать и посвятить минуту молитвы за этих детей и их семьи. Причину пожара сейчас выясняют. Власти хотят удостовериться, что это не было поджогом. В общежитии было 5 дверей. Однако они были заперты, а на окнах были решетки. Обычно там проживало около 60 девочек от 12 до 18 лет. Однако на момент пожара их было меньше, поскольку некоторые уехали на выходные домой.